Маршрутное такси попало в ДТП на Новоастраханском шоссе. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя «Газели». Он на большой скорости врезался в ВАЗ-2110. После сильного удара легковой автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с иномаркой. В результате аварии водитель «десятки» получил сотрясение головного мозга, остальные участники ДТП не пострадали. Прибывшие на место происшествия врачи скорой на месте оказали первую медицинскую помощь мужчине. Из-за ДТП движение по Новоастраханскому шоссе было затруднено в течение нескольких часов.